Гульшара Абдыкаликова назначена акимом Кызылординской области. Она стала первой в истории Казахстана женщиной, которая возглавила регион. Стоит отметить, Гульшара Абдыкаликова родилась в Кызылординской области, получила там образование и начинала свою карьеру в управлении соцобеспечения. Указом главы государства Куанышбек Искаков освобожден от должности акима Кызылординской области. Президент Касым-Жомарт Токаев назначил меня акимом Кызылординской области. Я хотела бы поблагодарить за это доверие. И надеюсь, что в сложившейся ситуации мы все будем работать вместе и внесем значительный вклад в развитие региона и благосостояние людей. Для меня это главная цель.